Всем привет! Сегодня с вами поговорим про въезд на участок и про то, как делать не надо. Когда мы приобрели этот участок, у нас здесь в Ливневке была гофрированная труба. И просто посмотрите, что с ней стало, когда сюда заехала большая грузовая машина. Ребят, не экономьте деньги, делайте хорошую качественную ливневку. Как и в нашем случае, здесь мы использовали железную трубу, сваренную из 2-3-метровых. И сверху, вообще в этом необходимости нет, но так как у нас оставался цемент, мы сверху еще доложили сюда бетон. Ну а здесь у нас с вами деревянная опалубка, чтобы при засыпке песка наш песок туда не упал. Если говорить про организацию въезда и дорожек, то мы выполняли следующим образом. Как вы видите, здесь у нас деревянная опалубка по периметру. В дальнейшем она уйдет, когда мы определимся с планировкой нашего участка. Газон, плитка или камень. Мы немного выровняли наш участок, посыпали немножко песком. После этого мы заложили геотекстиль и на него песок. Геотекстиль нужен для того, чтобы не было смешения нашего грунта с песком. И затем на положенный песок еще один слой геотекстиля и на него, как вы видите, щебень. Второй слой геотекстиля нужен для того, чтобы при ходьбе по этому щебню наш щебень не смешивался с песком. Варианты исполнения въездов на участок вы можете посмотреть в предыдущих видео или по ссылке ниже.